І між так званими полками підрозділів «Шторм Зет» виникли суперечки. Днями купка одних штормиків із записали відео, де скаржаться на Міноборони РФ. Кажуть, що їх не годують, не платять зарплати і кидають на м'ясо. У відео вони тоді зазначили, що із 150 людей їх залишилось кілька десятків, і якщо вони загинуть, це значить, то зробили свої, бо йти на передову вони відмовлялися. Напередодні з'явилася інша купка штормиків. Ці вже записали хвалебну оду Міноборони. Хотелось бы сказать тебе, много за Миноборону. Вот стоит «Шторм Зет» с разных регионов Российской Федерации, не с одних. Находясь здесь с апреля месяца, я как командир данного подразделения могу сказать следующее. Бесконечные тренировки от Минобороны даются за их счет, за их право. В полном объеме мы тренируемся в любом направлении. Нам дается зарплата, нас кормят на убой, понял? То есть нам дают и гуманитарку, и также дают с тыла Минобороны. Позывной мой «Буря». Если я в чем-то обманул, пусть скажут мужики. Парни, что вам дает или в чем вас не дает, унижает Миноборона? Вам даются тренировки? Да. Вам даются питание? Да. Объеме. В полном объеме. Пацаны, вас кто-то обижает, с вами кто-то беспредельничает здесь? Нет! Вас пускают, пацаны, на мясо? Нет!